Это было, правда, сумасшествие, это зашкаливало. Я очень счастлива. Я, правда, очень счастлива. Дай Бог, чтобы в каждой семье было такое счастье. Ну вот когда приедет сын, что вы ему скажете? Я даже не знаю. Я его где-то час буду держать в груди себя. И оттуда возьму и принесу домой. После Олимпиады, уже после всего, где-то часа уже прошло, наверное, два, он мне написал «Спасибо, мама». Вот единственное, что он мне написал. А потом он уже позвонил, и отец с ним разговаривал, мне передали трубку. Нормально, говорит, я себя чувствую. Я спрашиваю, а как ты себя чувствуешь? Мы гордимся тобою, вся Осетия за тебя болела, ты молодец. Ты не подвел свою команду, ты не подвел свою страну. И он радовался, конечно.